О том, где, сколько и как, о том, как готовятся фестивали на открытом воздухе. Елена Сиротина. Сегодня два танцпола. Первый посвященный драм-н-бейс музыке, второй посвященный транс-музыке. А почему такое разделение? Потому что эта музыка очень сильно отличается друг от друга. А в последнее время драм-н-бейс становится очень популярным направлением. И именно поэтому нам выделили отдельный танцпол. Конечно, мне это очень все нравится. Дело в том, что я достаточно давно увлекаюсь электронной музыкой и стараюсь всячески ее продвигать среди молодежи. Ну и конкретно направление drum'n'bass. Drum'n'bass отличное ваше направление, подвижно здесь. Плохо мы идем. Drum'n'bass — это быстро, это классно, просто зажигает это внутри, это все в тебе. Это живой drum'n'bass лучше, потому что когда видишь, люди играют, энергетика уже другая. Когда такое включает, энергетика не так. Когда видишь, когда люди играют, тебя прям хочется колбаситься. Видишь, что это все у тебя.